это такой народный мемориал в честь мирных жителей, которые погибли в ходе специальной военной операции. Почтить память жертв украинского режима и обсудить возможные варианты взаимодействия регионов в Белгород приехал чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в России Вагаршак Арутюнян. В ходе рабочего визита дипломат посетил место трагедии на улице Щерса, 55А. Здесь чувство одно можно испытывать – сострадание, понимание всего масштаба этого горя какое вот. Естественно, возникает желание, чтобы это все как можно быстрее закончилось. Белгород не сломить. Ежедневно террористы ВСУ запускают на мирный город десятки ракет и беспилотников. Но моральный дух и боевой настрой у жителей приграничья не отнять. Новый вид творчества, народного творчества, это вот рисунки наших студийцев на вот этих осколках. Мы надеемся, что это никогда не станет нашей традицией, но тем не менее это та реальность, в которой мы существуем. Не раз за время визита посла в Белгороде звучал сигнал ракетной опасности. За два дня удалось увидеть и разбитые окна, и воронки от снарядов на дорогах. Но несмотря на это, город запал в душу представителю Армении. Даже с учетом того, что у нас везде укрытия стоят, да? Влияния не оказалось. Конечно, чувствуется, но при всем при этом, что город такой, он светлый какой-то. Да, светлый, чистый у нас такой. У него какая-то аура своя. В Белгородской области проживают почти 5000 армян. По мнению посла, именно национальная диаспора является связующим звеном между нашими странами. Вы, живя в Белгородской области, являетесь достойными гражданами этого города и Российской Федерации. Вот, живя в многонациональном, многоконфессиональном городе, вы гармонично вписались в этот город. Итогами рабочего визита посла Армении стали договоренности о развитии межрегиональных отношений в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Белгород, потому что является одним из развитых, и отношения у нас есть с Белгородской областью, но они носят характер на уровне бизнесменов. Но мы хотим это упорядочить и вывести это на более высокий государственный региональный уровень. От этого выиграет и Белгородская область, и та область, которую мы определим в Армении. Анастасия Ильина, Денис Бабков, Белгород Медиа.